же интуитивно чувствую, да? Да. Да, лучше. Мася, давай, быстренько, быстренько, и пойдешь по делам. Я против. Быстренько сейчас. Быстренько и пойдешь по делам. А, хорошо? Нет. Да. Что, у колодец там? Я? Два раза уже. О, молодец. Вот. Я с людьми работаю, с животными, и мне... Нет, если переболел. А если переболел? Переболел просто, да, просто. А год прошел уже, я в августе прошлого года. А, вот так. Не бойся. Ау. Где он? Мася, потерпи, быстренько сейчас сделают и пойдешь гулять. Не бойся. Все, держать собрался. Ты его сейчас пугать будешь. Включи здесь свет, да? Чтобы видно все было. Особо-то не спасет. Да. Держать, помогать. Тащу? Сейчас наберу, посмотрю. Сходи пока денежку принеси там с конверта. Сгоняй ты. Да, пока держишь. Снимай. Давай. Ну что, Котя? Сейчас быстренько в жужух. А? В попу. В попу. А, в холку. Он у нас любитель в холку, да? Побежал, побежал. Такой, не-не-не, какие уколы. Нет, Мася, надо. Надо. Посмотри сюда. Таким грустным взглядом, как будто тебя я не знаю. Как будто тебя неделю не кормили. Иди сюда. На улю хочешь? Я понимаю, что ты на улочку хочешь ластиться. Я в шортиках, не переживайте. Сейчас быстренько сделаем. И побежишь куда хочешь. Я понимаю, что неприятно. Ну. Ваш тут соперник белый кот. Тут уже их куча появилась. Ну, судя по всему, он уже ему не соперник. Ну хотя небольшие раны приносит. Вон ухо последнее прокушено чуть-чуть. Че, боишься? Так, ну где? Не бойся. На спинке дивана? Нет, там он будет держаться. А, ну? Ну, у нас не делал, не может делать, за чего уцепиться. Так, деру. Стоять! Подрапал, все. Да. Мася, Мася, давай быстренько, раз и все. Тихо. Быстренько. Мася, давай быстренько сделай, быстренько, и все, и свободен будешь. Я подержу, как смогу. Все, пускай. Я удрал. Ну все, Мася, все. Ты молодечек, все. Все. Лучше в этом. Молодечек. Купите. Нет.